Далеко должно успеть. Да там проходка перед Синдрой, это пиздец. Совы, я вот не знаю. А, ладно, поебать. Мы крутые. Спасибо. Не сорвите агрос, пожалуйста, блин. Давайте, блядь, будем нормальными ребятами. Я понял, нахуй. Через полминуты. Ёбаные ёбки. Ты видел, сразу сорвали. Как можно с пула? Вихрь могущественный, смотрите, блядь, раньше набираем. Не подходите ко мне. Ебать. Блядь, ну, Валафар, ты что, ну... Я хуй знает, как тебе объяснить, но что это было, блядь. Может, много побежал? Давай, реса его, ровист. Во-первых, ложный выпад. Во-вторых, съебывайтесь от босса. Под боссом, короче, разрешаю оставаться Крипто Эвилу и Седжу под ложным. Только им двоим. Остальные все съебывают. Если мне. Я тоже ложный жму. Не знаю. У тебя ДПС. Да заебали, ну, блядь. Ну, типа, веселье, блядь, не доводит. Да, да. Разъебали в пух и прах. Бы что за лаги нахуй? Значит, да, лага. Фризит, да? У меня пиздец фризит. Да, чуть капа. Сломал, блядь. Это кинетику поднимите, блядь, там луна нахуй. Обратите взор свой, очей своих чистых, ясных. Заханыч ну, пизды окей. Получает. Не бегай, стой на месте, сукин потрох. Так я на месте и стоял, меня не стаки убили, как меня убил ближний бой, блядь. Какого-то хуя. Вадикон рез. Я... Главное, давайте будем людьми. Кинетика, сука. Кинетика, сука. Геру? Да, давай Геру. Или Чет убежал в райд. А что он здесь делает? Заберут сейчас. Не ссыте. Ну, пизды получит пару людей, ничего страшного. Нам же не привыкать. Ебать. Хуёво, да, Закан, что не можешь себя подхилить. Так бы хильнулся, блядь. Вот был бы захват руны, можно было. Причем я вам же уже съедал. Я понял, блядь. Да, блядь! Сука, бомжа съедал, блядь. Класс, нахуй. Бомжеед? Кринж, блядь. Блядь. Что это за хуйня, МВПХ? Сейчас не дал. Что это за хуйня? Ну, блядь, вы босса можете отвезти, нахуй? Да, у нас хукмастер пал. Они, блядь, бегают по всей хате. Короче, ясно, нахуй, ну... Ну что, ну мне нужно бить... Пиздец! Кино. Ну, я не знаю, ну типа, заебись, посмеялись. Давайте, падаем заново, нахуй. Хукмастер, нахуй, в ДД, блядь. Ну, дайте типа... диван в Мордаунда, что ли, там, я это... Падайте. Ну, а связь дадим. Я потанчу двоих, нахуй. Мастер в ДД, Вилаш на келе. Лады, шеф. Держи в курсе. Блять, это какая-то хуйня голимая. Просто я не могу, я, меня коробит от этой хуйни. Сегодня день хуйни. Чё? Ай, бля, день хуйни, нахуй. День слабых компьютеров. Он не кажется, что начинается? У меня пингует, пиздец. Да не, не надо, не рассказывайте это больше никогда. Не пингуется. Лучше говорите, я нуб обоссанный, там, не знаю, вилка в глаз попала, там что-нибудь такое. Бичиед. Бичиед, блядь. Кто бичиед плюс чат? ХЗ вроде бомжа схавал уже. Как ты его хавал? Зажаривал или парил, варил? Лагает. А мне похуй. На сырую ебашил. Понятно. Строганину шерил. Ты еще и каннибал ешь, да? Пизду, я еще и рез нахуй отменил случайно, да ебаный в рот, блядь. Да сейчас, фрик. Сейчас суманем, блядь. Сейчас я спекнусь в медвегона, блядь. Ну так-то пичуган 12 тысяч хп восстанавливает, нихуя себе. Нормально. Добрый вечер. Ну, такого, что дошек из одного магазина отстойнее, чем из другого. Посмотрим, как ты на Синдрея будешь бомжа съедать. Там не поможем. Там бомжа сдует. 200 гп помогут.
Не-не-не. Тыкаем, блядь. Сука. Можно на Синдру замену, пожалуйста? Луфар, вставай. Я только хотел попроситься. Че, губы с репика у меня Рамштайн играет? Я не хочу умирать. Это духаст у тебя в голове сейчас, да? После РТ по-быстренькому пиздану пару слов, блядь, по поводу следующего КД. Туда-сюда, да? Туда-сюда. Айрыбу ставил? Да, вроде ставил. Стоит, стоит. Только Бенсилер опять хорошо, когда стоит. Шеф, ну ты шутник. Блядь, а ты походу туда от фардаун-то, да, хуйни нахватался от этой мод, блядь? Нет, это он нахватался. А, понял. Короче, я двоих, Вилаши одного. Это все мы Бена научились. Кто по центру будет кинетику бить? Мне похуй кто, короче, все РДД на кинетике. Все РДД на кинетике, без исключения. Кинетика падает, блядь. Ищите себе, блядь, нового перса, блядь. Да лучше бы танками и хилами играли, блядь. Я там агро набрал хоть? Нормально. Чё скелеси там? А чё скелеси там? Щёлк нах. Короче, понятно. Нихуя. Чё, мне на танка заходить? Я убежал, ну блядь. Бомжа не сел. Давайте падаем. Голофар еще вылетел, блядь. А чё с келем было? Ты смотри, ты когда начинаешь его танчить, ты, короче, вот он стоит, да, на своем месте. Ты ему дай ЛПшку, раз, вторую ЛПшку, кровотвод и третью ЛПшку. И потом только уже беги туда за шип этот прятаться. Чё-то как-то получилось не то, я хуй знает. Все 6 ЛПшек всего вижу, и тут, наверное, и то, уже когда он побегал по комнате. Чтобы он за тобой бежал. Или не вообще, может. Или вообще МВП Хант на Вилашу на пульни с пула этого пидора Келесета ебаного. А где Лафар? Тоже оф. В DC есть он? Натуре на пуль на Таишу, типа побей 4 секунды и... Дальше. Сферы там или что-то делаешь. Ты ну вылет рисы, да? Ну сейчас пойди я. Что это? Так а как вы отбежали и подохли? Ну как так получилось? Давай сейчас посмотрим по смертям. Ну типа, куда можно было отбежать, что то кучу только дамага получить. Вот смотри. Инвизибл. Так у вас КД, блядь. Ослепительная хуйня. Так, могучий вихрь. Вот смотри, сколько их вихрей. Могучий вихрь от Крипто Эвила, могучий вихрь от Холидринка. То есть, получается, они тебя убили, подошли. То есть, ты такой стоял, отбежал, они тебе подошли. Вот подошел, может, тебе снять, а им наебашить. Вот как просто сделать? Давайте просто решим так, чтобы всем нормально было. Может, тогда всем наебашить, я хуй знает. Вот смотри, Инвизибла убили. Крипто Эвил, Холидринк, Друид Инвалид, Авилания, Хукмастер. Сейчас дальше прокручу. Хукмастер. Так, сам по себе он нанес. Ну, это я вообще в другую сторону. История и Войт Фури, нахуй. Ну, я танк. Это вывод какой? Это все, кто названы были, вы стояли. Ну, типа, я не знаю. Да никто не отбегал даже. Никто даже не отбегал, нахуй. Ну, типа, поздравляю. Я в спину побежал. Я не знаю, как вам еще объяснить-то? Ну, давайте разберем ситуацию. Вместо того, чтобы сейчас бить, во-первых, Валафар вылетел. Замена, заходи. Кто там есть на замене? Давайте разберем, блядь. Рэй. Там, если столько дамага получили народа, вот в одного. Я перечислил. Значит, вы не разбежались просто, вот и все. Давайте как-то я хуй знает, нахуй. Ну, типа, давайте метки вам поставим. Ебать. Хули нахуй. Смотри, нахуй. Вот сюда на звезду в пьедестал, блядь, под зеркало центральное. Отбегает первая пати, нахуй. Сейчас, подожди, уберу там. Кто там? Вот Заханыч вместо Врея. Вот так. А, нормально. Все 5 человек в одну метку разбегутся. Ну и так пиздаем. Тихо. А нахуя вам в одну метку бежаться? Вы что, мозга не хватит 5 человек друг от друга рейндж набрать 10 метров? 8. Вот вторая пати в сторону кружка разбегается, нахуй. Ну, типа, если вы так, что вам, может, 5 меток поставить? Каждому куда вставать или как? Ёбаный в рот. Не смешите пизду, она без того смешная.
Кого? Это чё, что? Это бабушка мне так говорила, блядь. Ответ убил. Блин, Сильвер, ты где заебал? Как хорошо, что он не кукарекает, да? Пизду смешит. Он мне только хотел сказать. Давай шкаф. Короче, ну, любая смерть на могучем вихре, это значит хуёво. Ну, это, ну, пиздец. Типа, по крайней мере, вот это вот, которое я по рекаунту только что прочитал. Это полная параша. Блять! У Вадикона возьми фласку. Некромантика, ты тут? Нет? Я что-то не посмотрел. Надо бы бестселлера сумануть. Ну, давай и шкаф ебани. А то... Заебал, где он находится постоянно, блядь? Туалете. Да, по помойкам шарится. За бичом ходил, чтобы хавать туда. Бича не трогай, охуенный бич, блядь. 14 хп восстанавливает. Уже 14, да? А был 12. И раньше пулит боссов за тебя. С каждым бичом все больше. А я, кстати, не знаю, вот чем больше пафов, тем больше, блядь, хп восстанавливается. Я хуй знаю. Он хилит. Короче, будет отдавать Magic Resist и Absorb плюс миллион. Не пусть. Сейчас вот 13 тысяч хп восстанавливает. 13-180. Знаю у него. Ты прожуй там, блядь. Какой прожуй? Давай. Приятного аппетита. Бенсилер, заебал ты тут? Нет? Я что-то не понимаю. Пожрал вроде уже. Или нет еще? Ласки тикают. Да пиздец какой-то кринж. Я, кстати, ДБМ поставил, ну не поставил, какой-то новый, который был в аддонах закинул, и вроде исчезла эта рамочка ебаная, мне прям очко с нее горело. Увидите, да, вихрь, 5-секундный каст? Ооо, вот это, блядь, другое дело. Пожестче был на X2, кстати. По центру. Там бей кинетику. Квадрат. Вот. Вихрь на пьедестале миликет идем. Глашу не проебить. На себя поставлю метку, чтобы миликам было видно, где лицо босса. А, кстати, надо к вам поближе подойти. Мне. Будем бежать поменьше было. Кинетика сзади. Блять, все бегут боссы. Ну, падает кинетика. Бью. РДД. Ну. Все подамажить, видишь, хотят. Ну, я понимаю, ну, блядь. Типа, у нас выбор стоит, либо вы подамажите и будет вайп, либо мы убьем. Да, я бью вниз. На минуту дольше, там, чуть это самое, но с первого раза. Ориентируйтесь на первые киллы, на первую, с первого трая убийства, блядь. А не на какую-то хуйню сказочную, блядь. На манекене не пойдем. Подамажим нахуй, если хотите подамажить. Некоторые помнят еще, да, как это было? О, на пьедестале. Я дотягиваюсь за ней. Я буду подбивать, наверное, ее тоже. Похилить, боюсь. Ну, вон, бей. Ну там вон, где шаман цепуху кастует, там, смотрите, кинетика, чтобы не упала. Все видите. Поответственнее немножко. Вот луна падает, блядь. Кинул ей лапку медведя. Опа, милики, осторожно. А сколько у него берса? Мы разбежали. Зашлись. 10 минут. Я перевернул его на пьедестал, смотрит босс лицом. Прям перевернул? Через них перевернул. Развернул. Разворот. Еще на два румба.
Луну подбейте. Да, шеф. Ну чё, блядь? Тихо, тихо. Сердце встанет так нахуй. Просто Войду на голову две сферы. Мне кажется, тебя бы порвало. Шерсть моя испачкается, блядь. Сзади. Не будет заметно, ты и так коричневый. Так, все, пацаны придут бить. Ой, ебать, что там такое? Разъебывают. Что-то вас откидывает там. Я вам там весело, блядь. Как в том трэш-обзоре про Трикса. Вот им было по приколу. Самый тупой фильм, который я видел в жизни, блядь. После трэш-обзора, конечно, такое мнение появилось. Как же Акули Торнадо? И нападение трехголовой акулы. Кинетика над, блядь, вашей, поднимите направо, блядь, повернитесь. Блядь, далеко. Я поднимаю, поднимаю. Вихрь разбежались. Прям в вихрь. Хорошо, отбежал, пацан. Всё, я крестик поднял. Чё-то мы с вами, блядь, 5 минут уже моржимся. Брат, квадрат. Тут надо будет, я думаю... Сколько он упадет? Вихрь видите, да? О, блядь, захильтесь. Стойте на месте, если хп мало. Кинетики, блядь, ну падают дохуя. Крест, крест, крест. Видишь, нахуй. Теперь ждите, пока вас захилят. И бейте кинетики, нахуй. ДПС вроде есть, что-то падаем. В центре две. Мне бы скаду посмотреть, кто вообще их бил, эти кинетики. Насколько люди вообще вам помогают. Просто кому интересно. А чё, скада чё и показывает им? Должна показывать, да. Там типа. А, этот не показывает, что ли, этот, как он? Не, оно в абсорб, видишь, уходит. А скада показывает эту хуйню. У меня есть скада. Так, милики, там все взорвется. На X2 я играл, вот эти вот пружинки белые, которые появляются, они появлялись и сразу откидывали. Там да, вообще да, да. Жестко было. И на актуале тоже я играл. Ну, дать это особенность гер-режима. Еще вихрь успеет скастануть. Смотрите, готовьтесь, скоро будет сбегаться. Кинетика слева, квадрат. Квадрат. Блять, все даже в меня бегут. Все, добиваем петлям, может успеем до следующего. У нас слева. Луну подбейте. Лак, лак. Да. Фу, блять. И квадрат тоже с той стороны. Да, подвисло, ну. Сейчас посмотрю. Катушка по КД падает, форсит вам. Поглощение, да, нас? Пыли катушку. Не, не то.
Надо нет наруч. А, это ты показал, короче, типа урон по кинетике, да? Нет, это то, что получил, а вот сейчас вроде как. Ты что, хочешь сказать, некроманка получил два бульта, нахуй? Не-не, вполне может быть такое. Это он нанес. Я, ну, Равис скинул то, что по кинетике нанесли, а не это, то, что кинетика нанесла. Это кинетическая бомба, именно ей бомбой урон получил. Угу. Это вот Этлиес тоже. Очень много. Видишь, даже я 29 тысяч нанес, нахуй. Вот Эя 29 тысяч, Эя, получается, бич. Не бил нихуя. Даже вон гламур бил, блядь, на хп. Он в босса дамажил. Я понял, нахуй. Просто вот. Ну, кому-то-то надо было босса бить. Просто надо как-то это, ну, в команде быть, блядь. Тогда все заебись будет. Мне кажется, Мишка танк на лане хуёвый. Не, так-то заебись, но с массейва нету. Поэтому я думаю, блядь, спеканем хукмастера, блядь. Вот будет реворк Мишки, будет хорошо. А, там неплохой сейф. Че, ну, уже сделали, почитали, да? Сейф? Давай я в танка. И все же, это сейф. ДД выдаст больше. Ты в танка. Ну, давай. Нет, там, типа, все очень зависит от того, как ему бы эскалироваться. От чего эскалироваться хп будет. Если от хп Мишки, именно под его бафом, под всем, то, конечно, прикольно. Так они же написали, что там будет не от хп, там уже будет статичное число. Нет, нет, там же есть от хп, нет, там же 15%. Там же этого во втором дополнении они дописали именно статичку. В последнем, да, там уже цифрами прям указано. Да, там уже без этого. Там 1500 хп давать и поглощение косарь, типа того. Я точных цифр не вспомнил. Слава, да, зелень пособирал. Ну там что-то, да. Косарь хп и абсор. У всех, да? Херня. Вообще согласен, типа, это ни о чем. Лагает. Там мне похуй. Блядь, после того, что они сделали с этим Норигом, сегодня полдня, он так прыгает туда-сюда. Шипинг. То ли еще будет. Но... Попозже вообще весь сервер пройдет на Норига, пизда. Ну, если он будет шопа. Так, я все уже спрыгнул. Боешка. Боешка. Костяное кольцо провозвестника. Нормально. Эмпатия, думаю, хули мне лог 60, у меня, блядь, вертикалка включена, блядь. А разве здесь можно вертикалку врубить? Да, да, да. А, ну да. А мне похуй, вертикалка стоит, 100 Гц нормально. Ну, первые взлетки, короче, Эвилаша, массейв. Хукмастер, давай в танка. А, хулидринг же, я забыл. Да, хулидринг на второй взлетке наш. Нет, давай так. Хулидринг на первой взлетке дашь. Так ты определись, сколько пули. Ты на первой дашь взлетке. Потом... Сейчас я еще по пати раскидаю сов. Давай так, например. Ты на первой взлетке. А на второй взлетке Эвилаша даешь. И ты, когда кдшится, она к боссу куда пойдет, там пакт будет, что же дашь еще массу. Да. Сразу после того, как спустится, будет пакт и как раз откатится. Короче, ультра-дру и три совы на первой взлетке прочитаем спокойствие, чтобы там никто не сдох. И дубовую на себя. А мордаунд на второй взлетке зубы на себя и читаешь гимн тоже. Вот и мастерауру там на оба сделайте, чтобы было. Хэпал там может... Хэпал это... Короче, Вилания на первой взлетке мастераур, а Хэпал на второй взлетке в незыбку прям дашь на каст вихря мастераур и массакро. Где этот бич опять лазит? Пошел бафаться. А чё толку-то?
Че он духа дает? Где Бен, блядь, лови? Лапку обновить? Дайте гоцы, вообще помогают. Давайте подходим. М, ты велош? Да. 5, 4, 3, 2, 1. Это Гера еще в миле стоим. Блять. Да, кстати, я забыл. Давайте под жопу босса. Уже отвык от этой хуйни. ПП-хант. Да, вовремя. Некромантика, как дела? Бегу, бегу, бегу. Что-то укус слило. Как он вообще слило? Откуда столько агра? Смотри, там похищение жизни кастую на этом, на взлетке. Да, да, тени. Точно не сдохнуть. Секунду укус, понимаю. Подолнай, зайди в пачку, блять, ко всем. Ну быстрее, блять. Блять, некромантика, чё за хуйня? Ты тут? Ладно, когда там, блять, 16 целей. Кэлла, прохилите, он сейчас умрёт. Тихо, не пиши там нихуя капсом, Shadow Knight, надо нахуй. Да давайте в пизду, я ебал такую хуйню. Во-первых, это, давайте в лужу заходим, падаем. Хуйней занимаемся, нахуй. Это, не бей там, блять, не разодрачивай так. Ну, нахуя тебе укус, если ты, во-первых, лагаешь, а во-вторых, ты, ну, не дашь на первой позиции. Дайте диван, если ты можешь. А, понял. Ты там так хуярил, я не знаю, прожал, блять. Да хуй с ним, что провис, как ты укус-то сорвал, блядь, ты хуярил там пиздец, наверное. Не я тыкай, не тыкай, не тыкай, ну нахуя, блядь. Ну, было дело. Делать нехуй, наверное, да? Кто там на поле еще, блядь? У кого баночки АПшные можно взять? Вадикон вроде бы. Одна. А, АПшные? Да, да. Полидринку кинь обмен. Одна осталась все равно. Я нихуя не помню, почему у меня пинг 150. Да, 150? Ебать ты рад. Ну, я хуею. 150. Везунчик. Пинку людей, у меня косарь нахуй. Сто пятьдесят пинг, это вообще, бля, играть можно, ебать. Ты вообще так играешь? 300 пинг считал, заебись, 500 пинг, заебись. 150 это вообще, ебать, бог нахуй. Просто, блядь, делаешь все, что хочешь. Тролл Д. Лапы приступав, пожалуйста. Не, нормально, 20. Я понял, нахуй. Давайте поближе подбегайте, танки. Подожди секунду. Дайте пристабов, пожалуйста. Спасибо. Пиздец долго, нахуй.
Не, ну чё лагает вообще конкретно. Да, вот сейчас я увидел, что лагает, нахуй, это на регорны какие-то пидоры бьют, нахуй. По-любому, чекайте, блядь. Нихуя лага. Ебануться, нахуй. Это слишком, нахуй. Это вообще пизда. 44 кадра в секунду. Нормально, нормально, играем. Да кадры-то есть, тема в том, что она просто сервер. Похуй на сервер. Играем вслепую, как мы любим. Выключаем монитор. Так, где ком тени? Нормально, успел. Тени, смотри, вперед его бегут, блядь. Я кнопки прожать не могу, блядь. Я тоже. Куба хуй, ты не кончаются, нифига себе. Да я, блядь, нихуя обновить на боссе не могу. Пак, все, пак. ДПС просто 10к. Нормально. Нормально ДПС. Готово, уровень-то нормально. Не, ФПС точка, да? ФПС-то нормально. Тени готов. Дело в сервере. Давайте все сосредоточились, должны убить. Ну. Захан. Ну нихуя на тапках. И что, тапки медленные какие-то. Лужа вперед тапок разбивается. Мне приходится по 3 раза кнопку тыкать. Укус, 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 передай. Не проеби. Передавай, быстрее, быстрее, ну тыкай в кого-нибудь. Передал, нет? Алло! Передавай быстрее! Да идите Равис, пизду, блядь, нахуй. Ёбаный вот. Да, сука. Он говорит, не тыкается. Он просто кнопка стоит, все, ебать. Короче, надо полчаса ждать. Ну. Ясно. Я тебя ты лицом не повернулся, наверное. Блядь. Да лицом, я тебе говорю, я даже успел, блядь, поискать тебя лицом. Я за 5 секунд до того, как... Сумер перестал лагать. Давайте сейчас себе дружно напишем в ЛФГ пидорасы не бейте, блядь, на регона, блядь. Я предлагаю еще лучше идею. Просто пойти и ебало сломать и уйти обратно. А там это, кстати, все спрашивают. Все пишут. Кабали пишут, удалите, удалите на регона. Нахуй его удалите. Не бейте, уебки. Он на регона КТ написал уже, нормально. Обратная связь, нахуй. Бичи, блядь. Блядь, да убейте его уже немощь. Убейте немощь. Да, в натуре пошлите, это бомбанем его просто, и все, и 4 часа там. И РТ закончится, нахуй. Ну, блядь, значит, завтра надо как-то, блядь, подгадывать в натуре идти его. А, ну да, у нас осталось 24 минуты. Ну, да, действительно, подгадывать, охуеть, блядь. Подгадывать время, блядь. Плану бы убить хотя бы. Да и Вальку бы ебануть. Бегите сюда, чтобы Вальку. Пока лестница ему что-то идет. Надо это пойти помочь ему Норику убить. Я вот тоже думаю, что ему надо помогать идти, блядь. Это пока между делом. Лагает. Пока лагает. Пока между делом, короче, пока лагает там это. Насчет следующего КД. Значит, я тут сидел на работе, думал, что такое сделать, чтобы и так заебись было, типа. Вот, и одна мысль пришла, что. Ну. Я поставил там, получается, еще четверг и суббота, два рейда у льды. Вот. И они, вот как мы их пронесем, да, вот, допустим, заходите, 16.00, хуяк, 25 человек. Там, если 25 человек рейд, там, ну, 1.5 часа, считай, проносится. Она развернется, эта дрянь. Стой, куда? Продайте его, пусть умрет. Продайте мозг. Умри. Когда он сдохни. Блять, нахуй вы бежите, нахуя вы бежите через центр, если вы не умеете бежать через центр, ну ебаный в рот. Она сейчас опять. Вот, значит, ну я так подумал, что типа, чтобы, да. Чтобы был стимул эту хуйню проносить, сразу после льды начинать какой-то око, ЗС там пойдем. Ну вот те боссы, которые у нас легко закрываются, скажем, вот 4 босса в ЗС, они вообще мы проносили тогда. На ком мы вайпались? Рыба-слепец это вообще 30 минут. На гидросе мы падали. А, точно. Ну, это 4-й босс. А 3 босса этих мы за час ебанули. То есть за 50 минут. Потом только мы уже до гидроса пошли. Такая так что, там еще трэш было долго. Этот вот трэш ебаный все портит на самом деле. Да, там, да. Там только из-за трэша один смешен. Ну, трэш он везде есть, кроме ИВК, блять. Ну, нет, там трэш слишком жесткий, даже в ВВК не такой трэш, мне кажется. В ВВК вообще трэша нет, если что, так. Для есть, вообще-то. Нету. Ну, чемпионы это тот еще трэш, как бы. Ты че, это боссы, по сути. Это боссы. А не трэш. Трэш это, господи, вы че, блин, перефаза обычная между этими, как называется-то,
Между Джарой и... Базара нет. Или фаза такая, что, блядь, вайпаются люди. На Ноби ну, вот, трэш. А, ты на Норика слетал глянуть? Не, я ударил его. А-а-а. 35 лямов у Норика осталось, пишут. Ну, ждем, пока они добьют его, бля, хули. Нахуй они вообще эту хуйню сделали, блядь? Год будет. А потому что наныли челики. И выхожу обратно из него. Ебать народу, блядь. Да не, они сделали правильно с этим боссом, но только, блядь, вот это то, что, блядь, весь сервак сходит и никаких слоев на нем нет, ну это пиздец. Наныли то, что, типа, оккупировали Нурика или что? Да, да, да. Ну, смотри, да, 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 да. Это типа как СТГ, это знаешь, как СТГ сейчас объясню? То есть, как СТГ, админы типа хотели, чтобы быстрее челики одевались, но по факту, ни ТТГ, ни Нарегорн тебя быстро не оденет, потому что ни один человек в здравом уме просто так не будет водить рейли. И вот этот Unroll AUG Нарегорна, это то же самое, что вот ты пошел 25-ку CLK с одним Unroll'ом AUG'ом, а там еще боячки заанроллят и DS. Вот и все. Такая хуйня. То есть нет, это просто... Нет, просто на X5 этого Нарегорна делали full AUG, поэтому типы начали плакать на X5, и так как это серверочек, где дают денег обратно админам, они нахуй выебали эту хуйню. Да и похуй на все это, блять, вообще. Ладно, ну, пока лагает, это иду на. Сделали это прикольно, но просто вот это нахуя, чтобы. Ну, в принципе, вообще, в принципе, мировой босс он так и должен быть, чтобы типа никто не должен типа его оккупировать, блять. Ну, типа, они как бы задумка у них нормальная, но идея, как бы, а реализация хуевая. Хотя бы да, метку убрали. Близы уже все давно придумали, я не знаю, о каких задумках здесь. Тут просто надо было отдельный слой делать под норик. Да, да, и прибегали да, и попадали да, в него. Отдельный, были чтобы и клейму убирать, чем, потому что клейму это сейчас помоет. Отлагает. Может, это жовфнем? Не, лагает. Лагает осталось. Ну, 60. Регорно, нет хилы. Ну, лагает типа, ну, пиздец. У нас до конца арты 20 минут, за это время нет, лагает, и мы не убьем. Че, его не убили норика еще? 20 лямов, 19. Ну, сейчас добьют. Сейчас. Блин, закистут. Да надо хотя бы в лану с Валькой захиливать, заебашь. Они там не могут сдиспелить шилды, там типы вон пишут, было 6%, стало 50%. Не, какое 16%? Да, блядь. 15. Сегодня что, понедельник, да? Да, что-то хуево. Да. Это прокинь, это будний день, а на выходных что будет? Не, хорошо, что мы это 5 боссов ебанули в ОКЗС. Это вот это хорошо. Но вот уже считай, что сегодня, допустим, все, да? Надо завтра ЦЛК и РС-ку докрутить, добить. Вот, если мы... М-ку? Ну, нет, обычку, блядь, десятку, нахуй. Да хуй его знает. И в среду робота ебашит. Робота упеять надо, да. Прям... Ну... Ну, кстати, если мы на роботе 400к дадим, я думаю, сможем осилить его. Там 389 надо для убийства. Ну, мы сегодня 300 сколько? Но сегодня мы 416. Но тут трэш. Да. Не тут 3 хила было. У нас было сколько хилов? 4 на сурке и... 4, да. Ну, а и там будет... А там будет 3 танка и 4 хила. 3 танка, да, и 4 хила. Вот, считай, МВП Хант... Плюс-минус 100 на то и выйдет у нас. МВП Хант будет, считай, давать... Это зависит еще от прохода, какие мы сделаем. Чтобы люди, которые, блядь, дамаг дают, им проходки сделать. Я надеюсь, я 16 дам, если я стоять буду. Ну, ебать, телепортируются все, конечно, пиздец. Ну и что, мы будем ждать, пока этот кал убьют или что? Там 6% осталось. Сейчас подождем. Ничего не поменяется. Может, лану пульнем разок. Если убьем, убьем, нет, завтра. Это продолжим. По-любому админы ну, нахуй парну покучают. Я вот так пулять не буду, если буду так же лагать. Не, если лагать будет, то на завтра тогда. У меня задержка в кнопках секунду одна. Сейчас посмотрим, разлаги. Если не больше, нахуй. Больше секунды. Да, выглядит я больше. Три раза на кнопку жал, прежде чем я спасался. Я чародейский стрел босса хуячу, у меня только 2 вылетает из 8. Ну, я нахуй чуть... Зайд выйдели, пиздец, долбоёбы. Зайд выйдели? Сто, блядь, ёбан, долбоёб. Ебать, конченые пидорасы, ну-ка, блядь. Ну-ка, давайте быстренько попробуем пульнуть, пока давайте, не... Давайте, да, пока не... Окно висит до сих пор. Да не, так ты посмотри, да, сервак висит. Ну, конечно, да, нет, еще. 2 секунды те же.
Нет, нет, уже отвис. Не-не-не-не. Ага, да. Пошло, да. Вот, чё, вот давайте отвисло? Быстрее, нахуй. Да, я давайте быстрее собирайтесь. Да, нормально, уже отвисло, нормально. Так отвисло, сейчас потому, опять будет проебали. Я предлагаю портал ставить, идти доубить этого еблана. Криптоэвил мету, это... Ближе к этому, к роботу подойдем, когда я уже посмотрю там, кто будет рейде. Там подзакинем парочку. Пока все, опять сюда, да? Че, опять лагает? Сейчас опять будет пиздец. Да, опять лагать начал. Пульнули, да, походу. Не, попульнули, блядь, заебали нас. Дайте портал в Долоран, пошлите. Ладно. Нахуй, мы убьем эту ебань. Ага, слайд с коня, она не уебала. Расход. Сейчас. Да, пошлите, кто, блядь, это... Наливайте, спать. Пати дать? Подожди, пати дать? Почислили, идите. Ой, сразу машипами дай, я либо. А, ну нет, без разницы. Не, давай вот подумаем насчет тебя и твоей уроги. Ты утонул токен, туда же ИП пойдет. Ну, в смысле, я же утонул. Куда же ИП? Куда же ИП? Я так же говорил. Я ИП лутал, когда, ну типа, я при этом же не лутал ИП. На кого? А че, можно портал в букву Т? Я лутал ЕП, ну типа, я печеньку забрал за накопленное ЕП не с этим траем, не с этим СЛК. Ничего я не понял. Я снова иду, то же самое говорил, но он сказал, что нет. А че, маги ТП поставили и съебались, да? На печеньку у него и без ЕП да, СЛК у меня... был приор. Это было приор накопленный, не с этим рейдом ЕП. Ну ты же не шел престом, правильно? Ну я мог им пойти. Ну ты хотел на рогу печеньку. Вот, пускай тут ИП и будет тогда. Мак, поставь, пожалуйста, портал. Это дебильное правило какое-то. Ну, так а всегда, куда ИП... Это система лута, блядь, ну, конечно. Куда ИП, туда и ГП идет. Ну, типа, ты утонул шмотку сюда, значит, ИП надо накидывать. Не ебать, сирок в говне, конечно. Вы просто не представляете, тут столько скелетов. Я представляю, сколько... Там народу, там просто веселье. Ставь портал Долоран. А кто не получил еще? Кто ливнул? Равник. Чего? Равник. В смысле, а как это возможно? 1000 онлайн на сервере, нахуй, не понял. Или настолько типа забагалось, что все тут пиздец. Народу просто пизда. Тут людей, я не знаю. Сколько... Там эти шипы надо, шипы вот эти уничтожать, видишь? Надо шипы убивать. Да. А их тут дохерища, пиздец шипов. А шипы хилят его, там урон увеличит у него. Ебать народа, столько уже на норике тут дохуя. Пиздец, пускайте, это что? На норике, идите вниз, дайте потычки еблану и бейте шпили, просто внизу стойте. Не, и я не смогу, меня... Так-то. Тут, блядь, все враждебны мне. Я не буду этой херней страдать. Да нафиг надо это с лагами, ну какое удовольствие.